Встречайте, Екатерина Гусева, Роман Костомаров. Уже не в первый раз Екатерина с Романом открывают наши соревнования. В предыдущий раз Екатерина не совсем справилась с волнением. Будем надеяться, что сегодня все сложится удачно. Через время протяни, голос тихий и глубокий, звезды тают над Москвой. Может, я забыла гордость, как хочу я слышать голос, как хочу я слышать голос, долгожданный голос твой. Позвони, позвони. Если я в твоей судьбе ничего уже не значу, я забуду о тебе, я смогу, я не заплачу. Эту боль перетерпя, я дышать не перестану, все равно счастливый стану, все равно счастливый стану. Знаете, я полагаю, что Ирина Муравьева, исполнительница главной роли в кинофильме «Карнавал», может быть довольна тем, как фигуристы перевоплотились. Безусловно, с каждым соревновательным днем растет уровень мастерства всех пар, участвующих в проекте. И, что не менее важно, растет психологическая уверенность. Вот я отметил, что в предыдущий раз, когда Екатерина с Романом выступали под первым стартовым номером, не все удалось.